чизкейки с ягодами, освежающие и очень вкусные летние десерты. В начинку можно добавить шоколадные капли или использовать для основы шоколадное печенье. Смотрите, как приготовить чизкейк с малиной. Такой рецепт, как чизкейк, невозможно не приготовить. Самый насыщенный вариант – это чизкейк со сливками, который можно заменить молоком или сметаной. Получится тоже очень вкусно. Этот чизкейк в американском стиле, поэтому в его рецептуре не используется желатин. Этот чизкейк выпекают. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Измельчите печенье в блендере. Затем смешайте крошку с растопленным сливочным маслом. На дно разъемной формы для выпечки, D22 см, положите круг из пергаментной бумаги, выложите смесь печенья с маслом, утрамбуйте и поставьте в холодильник на 30 минут. В чашу миксера положите яйца, сахар, тертую лимонную цедру, сливочный сыр, влейте сливки, сок половины лимона и ванильную эссенцию. Взбейте все вместе до получения гладкой, однородной массы. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Возьмите основу чизкейка из холодильника и вылейте половину взбитой массы на его поверхность. По желанию посыпьте 1 столовой ложкой ванильного сахара, пудры, 100 грамм малины. Разложите малину на начинке. Накройте оставшимся крем-сыром, поставьте чизкейк в духовку, разогретую до 160 градусов, и выпекайте в течение часа. Дайте готовому чизкейку остыть в форме для выпечки, затем дайте отдохнуть в холодильнике в течение 3 часов. Перенесите чизкейк на сервировочное блюдо, украсьте свежей малиной и подавайте на стол. Жду ваших лайков и комментариев. Вот из чего готовим блюдо. Печенье песочное, 250 грамм. Сливочный сыр Филадельфия, 500 грамм. Масло сливочное, 100 грамм. Сахар, 200 грамм. Сливки свежие, 100 миллилитров. Яйца, 3 штуки. Ванильная эссенция, 1 столовая ложка. Лимон, 1/2 штуки. Малина свежая, 125 грамм. Количество порций, 8. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Жду вас снова.